Сева, ты в курсе, который час? Что случилось? Ты помнишь, что завтра мы идем на выступление Даши? Старик, ради этого ты звонишь в 2 часа ночи. Завтра мог бы напомнить утром. Утром я тебе еще раз напомню. Сейчас это так, предварительное напоминание. Ты же знаешь, что Тома в командировке, а моей девочке просто необходима поддержка. Даже Эдик придет. Ладно, старик, все, пока. Хорошо. Да я помню, что ты хочешь. Я просто хотел извиниться за столь поздний звонок и... Пап, мы опаздываем. Я знаю. Сейчас найдем, где припарковаться и пойдем. Сева, давай я поставлю машину на стоянку. Всего 100 рублей в час. Я не хочу на стоянку. Что? Паша, это... В конце концов, дело принципа. Я не собираюсь платить за кусок асфальта, обнесенный забором. 100 рублей. Так, Петя, сейчас мы остановим тебя возле школы, сама дойдешь. А мы с дядей Пашей найдем место, где парковаться, и придем. Дашка уже скоро выступает, а ты опаздываешь. Сева, привет, прости, я сегодня никак не могу. У меня уважительная причина. Старичок, я надеюсь, что ты сломал ногу, потому что другие уважительные причины не принимаются. Послушай, старик, вчера ночью в клубе я познакомился с нереальной телочкой. И она не какая-нибудь там нереальная, а нереальная. Эдик, давай по существу. Короче, как-то вышло. Я сказал ей, что я модный художник. Рисую исключительно бомонд. И вы не поверите. Если вы сейчас стоите, то лучше сядьте. Старичок, мы и так сидим, мы в машине. В общем, она согласилась сегодня прийти ко мне домой, чтобы я запечатлел ее голой. Даже не так. Обнаженной. Эдик, ты же рисовать не умеешь, а? Ну и что? После 5-6 часов моего творчества у нас по-любому что-нибудь получится. А там уже не важно, художник я или не художник. А как ты ее собираешься рисовать и на чем? Она же тебя раскусит. О, брат, я подготовился. Пока. Еще как подготовился. Сева, тебя ребенок ждет. Ставь машину на стоянку. Спокойно, сейчас найду место. Здесь все занято. Вот. Знак. Тебя штрафуют или эвакуируют? Я оставлю записку. Какую записку? Обычную записку, я всегда так делаю. О, пожалуйста. Товарищ инспектор, у меня сломалась педаль газа, ушел завтра слесарем. Или, товарищ инспектор, у меня закончился бензин, я ушел на заправку. О, самое лучшее. Товарищ инспектор, я на дне рождения Рашид Нургалиева. Ты что, дурак? Ты что, дурак? Ну, инспекторы, они не читают, они считают. Если уже пишешь записки, то надо писать так, чтобы за душу брало. Давай, бери ручку. Сейчас. На дне рождения. Держи. Пиши, товарищ, нет, пиши, господин офицер. Нужно сразу показать, что ты его уважаешь. Да. У меня траур. Ну что, что, за душу берет? Ну, берет. Ну вот и пиши. Я потерял друга. Если вы эвакуируете мою машину, то я потеряю еще одного друга. А? Слушай, это классно. Пиши дальше. В данный момент я на церемонии прощания. Не чести. На церемонии прощания. Угу. Надеюсь, вы войдете в мое положение. И телефон. Угу. 8, 7. Все. А? Отлично, отлично. Все. Все. Да закрывай. Пойдем. Лена,
Эдуард. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что у нас художник? Предположим, а вы, собственно? Предполагать будут. Врачи в морге, когда причину твоей смерти устанавливать будут. Кутенька, Кутенька, успокойся, пожалуйста. А это действительно известный художник. Эдуард, познакомьтесь, это Костя, мой муж. Инспектор ГИБДД, старший лейтенант Семенов. Вы где находитесь? Ты инспектор. Извините, мы прощаемся с другом. Это для нас тяжелая утрата. Прощайтесь? Слушайте, а что там за музыка у вас играет? Музыка? Понимаете, просто наш друг, он не хотел, чтобы с ним прощались с грустью. А, понятно. Значит так, если в течение 2 минут вы не появитесь, мы эвакуируем вашу машину. А лично я выпишу вам штраф. Это понятно? Штраф? Штраф. Я сказал, 2 минуты. Ну, успокойся. Ну, ты же видишь, что он действительно художник. Сколько раз я тебе говорил, не называй меня этой тупой кличкой перед людьми. Какой я тебе кошара? Ну, извини, слышишь? Я же просто переживаю, что тебе какой-то мужик будет голый рисовать. Ну, да тебе не о чем беспокоиться, дорогой. Ну, мне вообще кажется, он может он из-за этих. Ну, посмотри, у людей искусство такое. Так ты что, не из наших, что ли? Ну, раз такое дело, давай тогда, Шишкин, рисуй. Я часов через 6 приеду, надеюсь, тебе хватит? Ну. Баранки гну! Через 6 часов, чтобы все было готово. Да, Эля, я бурю с Витьком тебе внизу оставлю, они в машине дождутся. Вдруг что-нибудь покушать привезти, еще чего-то. Пользуйся. Все, я отчалил. Я пойду закрою. Здравия желаю. Мы кого потеряли? Друга детства. Вы знаете, это для нас большая утрата. Угу. Сочувствую. Спасибо. Вас, наверное, ждут? Да, вот только на секунду вырвались. Угу. Понятно. Знаете, ребята, есть вещи, на которые не стоит шутить. Да мы и не шутим. Тем более, когда дело касается 100 рублей за парковку. Мы правду говорим. Понятно. Ну, давайте я вас провожу. Куда проводите? Ну, как куда? Туда, откуда вы пришли. Да ну что, спасибо. Не надо, мы сами дойдем. Да мне не сложно. Я же вас побеспокоил. Просто хочу убедиться, что вы нормально дойдете. Тем более, в вашем-то состоянии. Идемте. Что делать? Там же даже там концерт. Заплати штраф. Сейчас. А, товарищ постовой милиционер, а, нам в другую сторону. Ильичка, вы пока раздевайтесь, я скоро. Хорошо. Да. Севочка, спасай, у меня полная задница. У нас тоже. Кто звонил? Эдик. Говорит, что у его новой нереальной знакомой большая задница. Угу, тоже нереальная. Повезло парню. Ну что, есть предложение, куда везти нашего нового друга? Отличный выбор. Мама, tell me, say that you and I alone.
Эдуард, а какую мне позу лучше принять? Ну, теперь уже любую. Что? Я говорю, вам лучше показать свою шею, она у вас такая лебединая. Да-да-да-да-да. Вот так, голову, да, и плечико, да-да-да-да, и чтобы свет лучше ложился. А? Вот так, прекрасно. А скажите-ка, Элечка, а кем работает ваш муж? Он у вас такой брутальный. Ну, на самом деле, Котя только недавно освободился из тюрьмы. Он там лет 15 отсидел. Представляете, его посадили, когда мне было 7 лет. Он, бедненький, 15 лет просидел ни за что. Ага. В нашей стране именно за ни за что дают 15 лет. Так нормально? Да, прекрасно. Куда мы идем? Да не знаю, может, ему просто надоест. Ну так пропустим все выступления Даши. Я тебе полчаса назад предлагал заплатить штраф. Так что, знаешь, просто иди. Иду. Мам, ну не плачь. Товарищ инспектор, мы пришли. Нам сюда. А... Ну вот, мама жениха Валентина Павловна не смогла сдержать слез. Но это слезы радости, друзья мои. Горько! 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 Друга, значит, потеряли, да? Да. Вы знаете, это аллегория такая. Аллегория. Понимаете, Сашка женится, как бы умер для холостяцкой жизни. Это для нас такая утрата. Слушайте, ребята, что за цирк? Вы думаете, я поверю эту хрень? Давайте права. Права в машине. Пойдем в машину. Пойдем. Знаете что, товарищ лейтенант, вы хотите верьте, хотите нет. Там женится наш друг. Вот же, вот. Да разрешите нам хотя бы его поздравить. Поздравить. Да, хорошо. Хорошо. Пойдем его поздравим. Так пойдем вместе. А вот и еще желающие поздравить нашу очаровательную пару. Представьтесь. А, Паша? Дорогие наши, Саша и Женя, мы... Севой, я от всей души хотим поздравить вас. Да. Помню же, здравствуйте, как с Сашкой-то мы дружили с детства. Еще веселыми, озорными пацанами бегали, скручивали непеля. Ну, ты сейчас что-то не то говоришь. Молодой человек, Саша, это невеста Александра. Ага, попались! Вы что, конечно же, бегали мы не с Сашенькой, а с нашим другом... Жека! Женя, друг! Жека, бегали, подурка, господи! Я понял. Друзья мои, очень хотим вас поздравить от всей души. Да. Любите друг друга, рожайте детей. Ай, Жека, не надо слов, дай обниму! Господи, дай обниму! Ой, молодец! Ой. Сашенька, 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 это тебе. Пожалуйста, умоляю. Береги Жеку, береги. Жека у нас такой мужик. Вот просто... Поздравляю. Спасибо. Куда? Куда? Куда вы, друзья мои? Вы что? Друзья, сейчас нашу очаровательную пару молодоженов поздравит представитель закона, старший лейтенант Семенов. Ваши аплодисменты. Ты что делаешь? Нас же Даша ждет. Ну ты что, есть лишние 2000? Друзья мои, штрафную лейтенанту. Да! Штрафную! Просим, просим. Пару слов. Давайте, Семёна, пожалуйста. Ну. Горько. Горько, ребята! Потом эта сучка говорит, что я вышла замуж за деньги, а не по любви. Представляете? Вот стерва. А еще была моей лучшей подругой. Угу. Стерва.
Все нормально? Конечно. Илечка, мне нужен еще один перерыв. А я ведь тебя сразу не узнал. Смотрю на тебя, вспомнить не могу. А потом вспомнил. Ты Колька. Да я Пашка. Да ладно, рассказывай мне. Я что, Пашку от Кольки не могу отличить? Это вот для этих вот, Павел. А для меня Колька. Алло. Старичок, у меня проблема. Представляешь, эта подруга привела с собой мужа, а он у нее какой-то бандит. Если я к ночи не закончу портрет, он меня точно прикончит. Для него в тюрьму сходить, как для меня конфету съесть. Что делать? Что делать, что делать? Бежать тебе с этой хаты надо. Ты же ее все равно снимаешь. А Москва большая, может, и не найдет. Слушай, ага. А если найдет, то у нас теперь в органах завязки есть. Серег, поможешь, если что? Спасибо. Серег, ты что, поможешь? Легко. Поможет. Поможет. Отлично. Тогда решено. Я сейчас заказываю билет в Турцию. Потусуюсь там недельку, отсижусь, приду в себя. А вы мне пока подыщите новую квартиру. Хорошо. А? Все, давай, ага. Пока. Так, Паша, хватит, да? Паша, нам пора. Паша, Паша. Ну вот. Все говорят, мол, ГИБДДшники зажрались. Хапают. Где? Я даже вешу меньше всех в отделении. 75 килограмм всего. Ну, Сереж, ну ты кушай. Ну, кушай. Ешь. Так, где у меня телефон горячих путевок? На Г. Горячая вода – это не то. Горячая штучка – это тоже не то. Дина художница – это тоже не... Стоп. Дина художница? Да. Дина, привет. Привет. Да. Там что-то разъединилось. Видимо, связь плохая. У тебя всегда со связью были проблемы. Ну, я слышу нотки недовольства в твоем голосе. Ну, прости меня, что я не звонил тебе так долго. Вообще-то я не из-за этого злюсь. Тебе что, напомню, в чем причина? Давайте оценим вашу дипломную работу. Давайте. Да, Дмитрий Владимирович, я вам все объясню! Ну, разве можно на это обижаться? Я же пошутил. Смешно же. Угу. Так, говори, что тебе нужно. Да я просто позвонил, соскучился. Я кладу трубку. Дина, постой. Мне нужно, чтобы ты нарисовала портрет. Причем срочно. В противном случае мне башку оторвут. А ты ведь меня любишь. С головой. Ну, зачем я тебе без головы, а? Ладно. Элечка, мне нужно срочно сделать ваше фото. А зачем? Мне нужно проконсультироваться со своим коллегой по поводу вашей картины. С Никосом Сафроновым? С ним самым. Ну что ж, больше я вас задерживать не смею. Можете приходить ко мне где-то часика через 4. А что, мне больше не надо позировать? Нет, у профессионала все здесь хранится. А. Одевайтесь. Сева, Дашка у тебя очень талантливая. Очень. Вы что так долго? Пробки. Не дерзи мне.
было, а? Все готово. Я вам ее даже упаковал для перевозки. Открой. Что? Открой, говорю. Я так дела не привык делать. Вдруг ты мне фуфло втюхиваешь. Я? Давай, давай. В какой руке? Стой, стой, стой. А что? Похоже. Что это? Особенно. Ну, рассмешил ты меня. Давно так не смеялся. Ну, молодец. Держи, баблос. Слушай, мне тут мысль в голову пришла. А давай ты мне еще одну картину нарисуешь. Кореша моего. Только не голова. А то он тебе руки отгрызет. Молодец. Даша, я рассказывал маме, что ты сегодня была, ну, просто звезда. Да. Она тобой очень гордится. Осторожно. Дядя Паш, а тебе что больше понравилось, как профессионал? Ты знаешь, у меня абсолютно нет никаких замечаний. Ага. Прямая осанка, ага. Обаятельная улыбка, да. Магнетизм. Да. Звезда. Ну, конечно. Спасибо. Пожалуйста. А что вам больше всего понравилось? Че? Паша, что тебе понравилось больше всего в выступлении Даши? Мне. Да. Ну, расскажи, ты же умеешь, ты же профессионал. А, Дашенька, мне понравилось, когда вы пели и та-да-та-да, конец. Та-да-дам.